Всем привет, друзья! Вы, как обычно, попали на канал Питбайк Урал. Сегодня мы находимся на эндуро-соревновании город Екатеринбург, столица Урала. Наконец-то домашняя трасса, хотя я ее не видел. Вот, пока все нормальные блогеры ездят на Романьяке, я сегодня приехал на наш местный Урал-Маньякс, короче. Погнали! Друзья, я, как обычно, приехал на BSEM2, это мой основной мотоцикл. И вот это вот запасной КТМ TPI. Ну, это так, на всякий случай. Опять мы встретились с Сережу, который запарил меня вчера весь день возить. Что я возил? Генераторы, ленты. Так что я... Помогал эндуро, реал в осуществлении вот этого. Точно. Так что я не маленькую свою лепту внес в эти гонки. На сегодняшнем мероприятии не только эндуристы, но и любители лосин. Которые в душе, да? Которые в душе эндуристы. Вот столько народу собралось. Сейчас стартует класс эндуро. И вот там первое же препятствие. Куча народу вам не видно, но они за деревьями ждут своей очереди. И еще один подъем. Довольно-таки сложный. Начало гонки интересное. 3, 2, 1. Срезал, так срезал. А куда дальше ехать? Вот туда. Не заметил тебя, прости! Оп-оп-оп! Лёха!
Финиш? Финиш, да? Все, финиш. А где вы, заезд там? Вот везде. О, Леха, камера. Не-не-не-не-не. Леха, ну что с лицом, что с лицом? Вон чуваки на колготках ездят, улыбаются. Что с лицом? Давай, скажи два слова. Через полчаса прибыли. Не-не-не, Леха, давай, краба, молодец, я видел, как он. Как доехал? Охеренно, час 12. Час 12? А где посмотреть? Там время. О, боже мой, Артем Свяжин, гроза всех питбайков. Лео. Вернись, все. Памятное фото.